Всем привет! Вы на канале Анюта Журила, рада вас приветствовать. Сейчас покажем небольшой обзор Шарм-эш-Шейха, Египет. Где мы были, как гуляли, что здесь интересного. Смотрите с удовольствием. Внизу бухты они не доходят. Кемпинги, ребят, вот это кемпинги. Огражденная территория. Кто здесь живет? Хозяева вашего отеля. Ребят, здесь, вот этот район у нас называется Хайнор. Хайнор переводится в жилой квартал. За 6 лет его построили, ребят. За 6 лет после стен его построили. Вот мы посещаем экскурсию. Здесь нужно обязательно одевать такое платье. Я забыла, как оно называется. Здесь очень красиво. Прекрасно. Храм. Ухи. 71 метр башня. Арка, да? Египтянина по-арабски не называйте, пожалуйста. Они у нас не арабы, это арабская республика, и арабского народа проживает в Египте около 7% носят арабам мужской платье под названием галамия. Thank you.
Фрукты, овощи, летняя одежда вся в 12 месяцев году. Сапоги, шубы не надо, куртки тоже.
Чай бедуинский. Вкусный, но без сахара. Пошли в горы. Лишний квадроцикл туда останется. Тоже объемная. Конечно, круто. Посмотри.
Пошел, это мой.